Приветствую всех на своем канале. Хочу вам показать гортензию ветельчатую граффити. Я ее снимала 9 дней назад, как она выглядела. И вот посмотрите, как она окрасилась сейчас. Все лепесточки у нее стали салатовые. Там такие светлые прожилки. По краешку цветочка начинает появляться уже розовинка. У нее интересный цветочек. Посмотрите, вот тут вот длиннее, тут такие короче. На некоторых даже есть по 5 лепесточков. Гортензия новинка 2019 года. Первогодка. Я ее вот обрезала сантиметров 10. Можно было ниже, но я хочу ее немножко таком на стволике выращивать. Вот я обрезала сантиметров 10, и она уже, наверное, сантиметров 45 в высоту. Сама вот эта вот шапочка сантиметров 20. Я ее пересадила, наверное, тоже неделю из меньшего в горшка в больше. Сам цветочек у нее, некоторые цветочки около 1,5 сантиметра. Вот 1,5 сантиметра. Есть некоторые, доходят, посмотрите, вот так они, около 2 сантиметров. Красивый сорт. Белой она вообще не была. Вот с этой стороны салатовая. Посмотрите, вообще уже темно такое, зеленое. И со временем она станет вообще такая темная, такая бордовая. Будет около метра. Этот стволик у нее будет основной. Я потом отбрежу обратно вот так вот на 2 почки. Из этих 2 почек она должна выпустить. Тоже уже будет у меня в следующем году не 2 побега, а уже, я думаю, 4. И она немножко распушится, наберет больше высоту. Ну вот так она у меня выглядит. Если вот посмотрите, сравнить, вон там вдалеке видно ванила фрайс. Она белая, белеет уже, и кончики у нее такие молочные. То вот граффити, посмотрите, она салатовая. Салатовая. Такие более светлые прожилки, зеленеет и уже розовеет. Красивый сорт. Вот я сейчас издали покажу, как она выглядит. Мне она нравится. Спасибо за внимание.